музее, в городе Гена, современного искусства, на вилла Кроча. Сейчас мы вам все покажем. Это картины генуэзского художника Раймондо Сиротти. Он родился в 1934 год и умер в 2017. Жил в Бальяско и был мэром Бальяско. Это вот его картины, а это сделали такой ковер. Повторение его картины. Это все текстиль. Представляете, как это можно было так сшить? А вот эта картина, нарисованная им. И вот они в точности повторили такой ковер. Посмотрите, какой музей, какие потолки красивые. Adesso arrivo. Может, это дети сделали, Камила? Смотри, тут вот подписано детишками. А, видишь, это дети сделали гены для него. Каждый такую бумажечку разрисовал зелененьким. Он сделал такую картину. Интересно. Тут тоже в таком зеленом цвете картины. Ван Гог. А, Ван Гог. Да. А ну и 5-4. У Ван Гога любимый цвет был желтый, а у Сиротти, я так понимаю, зеленый. Желтый, да? Красивый, правда? Да. Я вот такую себе хотела домой. Сиротти взял вдохновение из картины Моне. И нарисовал следующее. Вот такие он сделал картины, типа Нимфе, Моне. А вот как они превратили классический генуэзский пул в такое что-то интересное. О, это прямо твоя комната, да, Камила? Класс! Энди Вархол. Класс! Да, это наклейки, наклейки, Камила. На черное приклеили, такие розовые, да? В этой комнате Сиротти копирует лигурийских классических художников. Вот, например, оригинал картины, да? А вот как Сиротти ее, скажем так, модифицировал в более в другой стиль, да, масками. Ну, вот такая красивая картина, успокаивающая, как по мне, море и дерево. Это Портофино. Так, а вот он что сделал с этим деревом. Перерисовал в другой технике. Так, мы сейчас здесь находимся в синей комнате. Тут тоже классические картины, которые Сиротти перерисовал в свой стиль.
И надо ждать. Теперь мы в зеленой комнате. И в форме информации. Мы все одни рады. Все слово. Вы не скоро обернулись. За что мне идет зеленый цвет? Я знаю, но мне здесь. И вот это полное. И вот это сомнение. А вот и сам художник. И не Сиротти. Вот мне нравится картина белая с зеленым. Я бы у себя дома ее повесила. Я на все картины смотрю с таким взглядом, купила бы я их и повесила бы я их дома. А как вы? Моя дружба, Рина Фрия, очень дружба, очень здравая, Эпина Рудель. Смотрите, как они сделали современным классическое... Классический музей, просто покрасили в такой ярко-зеленый современный цвет лепнину, и как интересно смотрится. Вот тоже мне понравилась картина. Гличина. Это типа сирень, только итальянская. Большая картина. Смотрите, мне подходит под маску.